Добрый вечер. Привет-привет. Ну, уже 4 человека. Только пришел с тренинга. Сегодня был первый день тренинга «Эмоциональная свобода» в Астане. Вот. И вчера хотел сделать трансляцию, в общем, не получилось, потому что приехал друг с Алматы, и, в общем, мы пошли с ним. С ним, в общем, засиделись, поэтому не получилось. Было поздно, в час ночи, поэтому не смог. В общем, такие дела. Позавчера, вчера, вернее, привет. Вчера записывал вот вопросы насчет тоже. Я так понимаю, знаете, еще возникает вопрос, насколько меня хватит. Почему? Потому что насколько трансляции хватит вот информации. Сейчас делюсь, всем все хаотично, то, что есть, то, что записываю. Когда-нибудь это придет все в какую-то структуру и посмотрим, выложим, наверное, будем общаться по темам. Прям буду проговаривать, прям отдельные. И ежедневно буду выкладывать вопросы, которые меня вот прям взволновали, которые вот были за день. Почему? Потому что они как-то спонтанно возникают, и поэтому, когда уже день прошел, я вот читаю сейчас свои записи и... Спасибо за сердечки. И не совсем могу вспомнить вообще, про что это было. Ну, в общем, в любом случае посмотрим и поговорим. У меня есть где-то минут 20, наверное. Попозже еще выйдем. В общем, опять же хочу сказать слово об обидах. Потому что обиды — это основное то, что держит людей. И люди... Вот здесь, знаете, все так вперемешку, в общем, обиды, эго, гордыня и что еще, страх. В общем, давайте, наверное, об этом. Почему? Потому что все негативные эмоции, которые возникают, они возникают из чувства страха. Все, что позитивное, вызывает, ну, исходит из чувства любви. Поэтому все, что бы ты ни делал в жизни, всегда соизмеряй с тем, из чего ты исходишь, из любви или страха. Если ты исходишь из любви, значит, ты идешь правильной дорогой, значит, все хорошо. Если идешь, ты руководствуешься страхом, то значит, ну, в общем, как-то поменяй свои приоритеты. Вот, внутреннее перенапряжение, то, что в теле бывает и очень часто, и люди не хотят с ним его, это все выпускать. Вот, жадность. Так, вот о чем сейчас хочу, вот говорю, вот читаю и непонятно, чем поделиться, потому что вчерашний день прошел и уже сложно вспоминать эмоции, которые были. Вот эмоциональное подавление, вчера вот прям был шок у меня, настолько, что, в общем, пришел парень один, и с мамой, там, с сестрой, в общем. И у него реально проблемы прям психологические, потому что он, если вчера про беременность не сказали, про беременность. Ну, хорошо. Давайте про беременность. Почему? Потому что есть страх. У женщин очень часто страх. Страх беременности. Женщины не могут там забеременеть только из-за того, что у них зажимы внутренние. Живот зажат, зажаты мышцы малого таза и не поступает питание туда. Откуда эти зажимы берутся? Они берутся из, знаете, это все вот боли, страдания женские, недоргазмы, вот эти воздержания сексуальные, они все откладываются вот в малом тазу. И пока вот эти эмоции вы не вытащите, пока эти зажимы не снимете, женщина, в принципе, забеременеть не может. Но очень часто так бывает. Ну, вот, патологии нет, а беременности почему-то нет. И делают эко, и там всякие разные штуки. Но, честно говоря, если у вас все нормально, лучше эко не делать. Лучше сходить и вот эти зажимы из тела поубирать все. И женщина спокойно рожает сама. Без вмешательства врачей и в общем, этот... Вообще медицина у нас странная штука, почему, ну и не только у нас, она вся построена на том, чтобы чего-то удалить, чего-то купировать, а
А где их убрать? Это я убираю зажимы в теле, телесные. Я работаю с телами, поэтому про это могу так говорить. То есть есть опыт, есть, ну, прям есть женщины, которые уже детей воспитывают своих. Говорю же, в прошлый раз вот этот приходила женщина, и вот в ноябре, и сейчас уже срок у нее недельный, ну, месяц. Вы, конечно, можете записаться, это вот смотрите, в Алмате сейчас я в Астане уже в этот раз не получится, в Астане я буду с 1 по 5 февраля принимать индивидуально. Вообще лучше прийти, конечно, на тренинг. Это намного информативнее и полезнее будет. Вот. Можете прийти на индивидуальные сессии. Здравствуйте. В Алмате. В Алмате тренинг будет 26-27 декабря. Это будет последний тренинг в этом году. Вы можете попасть туда. И можете прийти индивидуально. Но я, честно говоря, откровенно прям рекомендую лучше прийти. Добрый вечер. Здравствуйте. Адрес. Так, Абая Байзакова, бывшее здание КазГУА, 621 кабинет, в 10 утра начинается. С 10 утра до 7 вечера, 2 дня, 26-27. Вот. Я могу вам еще телефон продиктовать организатора в Алмате. Это 8707. Так, сейчас я... Айнура. У меня так интересно получается, у меня везде Айнуры. И в Алмате... И в Астане, и многие люди путаются просто. Вот. Айнура. 87. Так, это другая Айнура. Вот, Айнура. 8707, 4 двойки, 969. В общем, приходите. Айнуре можете позвонить, записаться. И, в общем, можете просто прийти. Но лучше запишитесь на тренинг. Вот. Эти зажимы просто убираем, и они, в общем, проходят. Причем это очень быстро. Особенно, ну, там немного болезненно. Это, знаете, это минут 15, в общем, боль длится. Иногда минут 5. Ну, в общем, немножко болезненно это. Но эффект, в общем, потрясающий, потому что мало того, что ты эмоционально становишься намного уравновешеннее и свободнее, и еще здоровье восстанавливается. Некоторые люди меня путают, они думают, что я целитель какой-то там, но я не исцеляю, я просто с эмоциями работаю, а исцеление происходит само. То есть я бы мог сказать, что это исцеление, но я не могу сказать, как это происходит, поэтому пока у меня язык так не поворачивается, но люди обращаются. Со спиной помогаю людям еще, потому что люди, вот. Но в основном, в общем, А в Астане, когда в следующий раз будет тренинг? В Астане будет так, 30-31 января и 6-7 февраля, по-моему. Помочь бросить курить. Я не знаю, насколько смогу я помочь бросить курить или нет, но я же говорю, эти результаты, они такие неустойчивые. Если бы можно было дать устойчивый результат, то, наверное, можно было и заявить, что там кодирую от курения, там помогу бросить курить, пить. И... Потому что, ну, мне кажется, это с моей стороны будет лукавство, потому что нет постоянного эффекта. Я об этом заявлю, когда будет постоянный эффект, но курение, алкоголь, табак, наркотики, игромания, любая зависимость, которая есть у человека, она происходит от того, что ему не хватает любви. Вообще все, что с человеком происходит, это от нехватки любви. И вот эта подмена, игромания, алкоголь, табак. И когда человека наполнить, это тоже можно будет сделать на тренинге, когда человек наполняется, то ему уже не нужно, в общем, курить. И он, ну, легко бросает, если прям охота так, то бросает. Меняется сознание, человек понимает, что его любят, ему это уже не надо, в общем, это такое избегание, это такая подмена любви. Алкоголь и табак. У женщин бывает подмена, особенно кому там за 45, за 50. У них там цветочки, кошки всякие. Вот, что ты потерял. Вот такие дела. Что еще? Так, в группе сколько человек примерно? И почему лучше групповой, чем индивидуальный? Вот, от чего бывает псориаз?
Так, групповой псориаз. Групповое, в общем, лучше тем, что... Так, сейчас я себе запишу, чтобы не забыть, потому что... Псориаз. Так, групповое, оно лучше тем, что, во-первых, есть наполнение, чего нет на индивидуальных сессиях, потому что я один настолько не наполню, как наполнит тебя группа. То есть там есть упражнения, где ты даешь и принимаешь любовь. Это можно сделать только в группе, на индивидуальных я это объяснить не смогу. Поэтому это первый момент. Второй момент, у нас есть уже сообщество или как-то своя, знаете, своя ячейка или круг людей, которые общаются по интересам. Ну, такой. И те люди, которые проходили тренинг, они сейчас попадают в чат сразу автоматически, и в этом чате мы все общаемся. Недавно была встреча, вот недавно, позавчера, была встреча людей, которые уже тренинг прошли. Я получил такую обратную связь, я такой заряженный оттуда пришел. Почему? Потому что мне впервые в жизни люди сказали свои результаты через месяц, через 2, через полгода. И причем это было 22 человека пришло. Друг друга практически никто не знал, и все сидели очень так по-доброму, тепло, как будто всю жизнь все общались. Только, то есть они знали друг друга в чатах, но вживую они все познакомились. В Чимкенте группового тренинга не будет пока, потому что у меня нет организатора, и, честно говоря, опять еду туда на шару, потому что я просто взял билеты и все. Потому что меня туда пригласили, непонятно на каких условиях, и непонятно, чего там я буду делать. Но я объявлю все в соцсетях, приеду, а там уже буду разбираться на месте. В общем, это такой вот определенный риск, не риск, но, в общем, почему-то мне вот кажется, что Чимкент очень важный регион такой будет для меня. И поэтому хочу туда, в общем, съездить. Псориаз. Псориаз у людей появляется тогда, когда человек себя ненавидит. То есть вот эта аллергия, любые кожные заболевания, они возникают тогда, когда это вот внутренняя ненависть к себе. Это такая претензия, за которую аж вот прям вот ненавижу. И поэтому человеку очень важно найти ту ситуацию или тот вопрос, за который он себя просто не любит. И как он только найдет, у него этот псориаз проходит. Так интересно, вот это отличие группового тренинга от индивидуалки. В общем, это вчера я себе записывал специально. А, вот. Еще я вчера, знаете, вот вчера или позавчера, вот эти 2 дня, приходили девушки, и я вообще, в общем, хотел задать вопрос девчонке, что вы делаете? Почему? Потому что вы заигрываетесь в мужских энергиях, вы зажимаете себя. Вам важно принять в себе женщину. Почему? Потому что много девчонок, у которых месячных нет, там по 2, по 3 месяца, да? Очень много женщин сейчас стало, у которых в 35-40 лет климакс, да? Живите, будьте, знаете, не подавляйте свою женское начало. Примите себя женщинами, будьте женщинами. Не надо с мужиками письками мериться. Потому что это ни к чему хорошему не приведет. В этот момент ты становишься не женщина, и он становится баба. Ну, для чего тебе это надо? Вы подавляете мужчин, и потом жалуетесь, что мужчина стал мелковат, как вы привыкли говорить. Но мужчина мелкий не из-за того, что мужчина мелкий, а мужчина мелкий, потому что его недолюбили женщины. Потому что вы ломаете, да? Очень социально, вы очень мощные, и от вас очень много чего зависит. Но вы вот как-то так почему-то свой потенциал используете на разрушение больше. Вот. Поэтому созидайте, больше созидайте. Не надо в мужских энергиях жить. Выбирайте быть женщинами яркими, страстными, любящими и любимыми. Вот. Ну и, конечно, от того, что вы становитесь мужиковатыми, и мужчины приложили руку, да, там отец недолюбил. Хорошо, больше не будем, спасибо. Мне, во всяком случае, мужчины спасибо скажут, то, что вы женщины. Вот. Поэтому это ваше здоровье, это ваши отношения, это ваше женское счастье, это мужское счастье, это счастливые дети, это счастливый сын, счастливая дочь, а ваши тренинги помогают развить женские энергии.
Мои тренинги помогают вообще развить энергии. Женщина, знаете, выше от природы женщины. Там мужской характер, там я там волевая, я там сильная, это все второе, вторично. Вы пришли сюда женщинами, и женщинами остаетесь. И когда вот когда вы тренинг прорабатываете, тогда получается, ну, энергии, тогда получается, что у вас энергетика повышается, и ваша природная энергия у вас начинает циркулировать, ну, лучше. Поэтому, в общем, вот так. Будьте женщинами. И на тренинге это, в общем, все прорабатывается. Отдельно есть там с женских практик, я вот некоторые штуки, в общем, применяю, как оказалось. С тантры там немного есть упражнения, которые вот что делать без мужчины, когда, ну, он не рядом или когда его еще нет, а с кем попало не хочется. В общем, это основной таракан женский. С кем попало не хочу, а как-то кого не попало, что-то рядом нету уже. И поэтому, в общем, там есть упражнения в тантре, которые нужно делать и каждое утро. И тогда не происходит застоя лимфы. То есть ты звучишь как желанная, потому что когда нет партнера, то ты не звучишь как желанная, ты просто, ну, просто как-то ходишь и все. А так, если это будешь упражнение делать, лимфатическую систему будешь разгонять в тазу, и тогда, в общем, ты станешь, ну, как бы, звучать как желанная. От тебя будут исходить вибрации, как будто у тебя был, ну, секс. Вот. Сколько стоит тренинг? Знаете, я вот вам сейчас в соцсеть не хочу здесь говорить, вы лучше в личку напишите, потому что, скорее всего, тренинг подорожает уже с Нового года, ну, после Нового года. Насколько я пока не знаю. И поэтому не хочу озвучивать, потом будет много вопросов. Я эту трансляцию загружу все равно в YouTube, чтобы не было этот. А там вы говорили так. Вот. Поэтому не хочу ее здесь пока озвучивать, потом озвучу чуть позже, хорошо? А, еще были, знаете, вот спрашиваешь, допустим, вот приходит там человек и спрашиваешь, у тебя что у тебя с мамой? Какие отношения у тебя с мамой? У меня с мамой все хорошо. И ты, когда задаешь повторный вопрос, я же явно вижу, что у тебя с мамой какие-то нерешенные вопросы. Что с мамой? У меня с мамой все хорошо, я маму люблю, мама любит меня, и вообще я до сих пор не замужем, или там до сих пор не женат. И как бы этот. А с мамой у нас отношения очень хорошие. Но в этом же и проблема, что мама живет твою жизнь за тебя, вместо тебя. И поэтому у тебя не высвобождается место, и ты не женат, и у тебя не женат, или там не замужем, и у тебя жизнь не устраивается. Вот про подавление эмоциональное, да, вот начал говорить, что-то отвлекли немного. Парни привели, вот мать с сестрой, да, и человек не может выбрать даже себе носки. Он не принимает, не привык принимать решения. Мама всю жизнь делала за него. И как с ним работать, если у него собственной воли нет? У него нет мышцы воли вот это. Он не накачал себе. Он не привык себя где-то там нагружать или как-то это. Он как ребенок. Поэтому у кого есть сыновья и там дочери, в общем, любите своих детей и не надо их, в общем, опекать. Доверяйте миру, и мир будет вас поддерживать в этом, в вашем доверии. Спасибо за ответы. Где подходящие тантры можно найти? Тантры, мантры. Есть мантра для обиженных, вот ошевская. Это, в общем, забейте, там вот я важный индюк, в общем, это поможет вам не обижаться. А то, что это упражнение еще пока не знаю, как их выкинуть. Мы снимали на телефон, но там, в общем, люди просят не показывать, поэтому я этот. А так объяснить на себе я сейчас вам не покажу, это надо прям показывать. Я абсолютно, ну, как бы свободно могу поделиться, но вот когда найду девушку, которая скажет, я покажу, и давай меня в соцсети, я, в общем, вам выложу в YouTube, и, в общем, там посмотрите. Вот, еще принятие себя. У меня в записи. В человеке 128 качеств, и положительных, и отрицательных. И поэтому
Ты должен себя принять вот всяким, и хорошим, и плохим, и жадным, и добрым, и агрессивным, и спокойным. В общем, любые качества ты должен себе принять. Поэтому 128 качеств и положительных, и отрицательных, 57 из них положительных, 71 отрицательное. И еще раз повторю, это у всех. Нет других людей, у всех одни и те же качества. Мы все живем с одним и тем же набором качеств. Поэтому 57 положительных качеств – это, знаете, как грани у бриллианта. У бриллианта 57 граней. И вот мы всегда хотим вот эти 57 граней показать, когда знакомимся с человеком. Поэтому, а когда тебе говорят, да ты жадный, я не жадный, смотри, какой я щедрый, и ты начинаешь, в общем, подыгрывать. Один раз ты себе врешь и всю жизнь потом завираешь. Поэтому очень важно вот это принятие себя. И когда ты примешь себя и плохим, и хорошим. Откуда бы я знал, что такое жадность, если бы я не был жадным? Откуда бы я знал, что такое злость, если бы я не был злым? Откуда бы я знал, что такое подлость, если бы я не был подлым? То есть любые качества есть у тебя. Поэтому, в общем, прими себя любым. И хорошим, и плохим. Но когда ты себя принимаешь хорошим и не принимаешь себя плохим, это, знаете, как дети подметают ковер, ну, полы, и потом под ковер мусор туда вот как бы закидывают. Примерно то же самое происходит и с нами. Когда ты не принимаешь в себя негативные качества, ты, в общем, становишься уязвим, и с тобой очень легко манипулировать. Так, манипуляция и вовлечение. В общем, смотрите, есть еще такая тонкая грань между манипуляцией и вовлечением. Вот нельзя постоянно манипулировать людьми. И не только мы постоянно, вообще нельзя манипулировать людьми, потому что это кроме злости и агрессии ничего не вызывает. Ну и такое вот как бы неприятно. С такими людьми неприятно общаться, которые тобой постоянно манипулируют. И сейчас манипулятивных техник очень стало много. И поэтому они начинают всех раздражать, особенно это связано с продажами или с продвижением какой-то торговой марки, с продвижением вот этих маркетинг, как его, сетевого маркетинга, с продвижением даже той же Кока-Колы, да, там очень много связано со всеми, очень много манипуляций. Сейчас даже некоторые компании придумывают ложный спрос. Скажите, как быть, если человек очень долго отходит от ссор, даже если поругался из-за мелочи? Это внутренние обиды, это важно прописывать письма прощения. Важно научиться прощать, важно свой мозг приучить к прощению. И как только ты научишься прощать, в общем, будет все намного легче. Тогда перестанет тебе это колбасить. И потом, если ты на человека, ты обижаешься на человека, ну, ты в человеке видишь то, что в себе не принимаешь. И тебе важно вот принять себя таким. Вот если ты вот этого там ее или его там вот не принимаешь таким вот подлым там каким-то, прими себе подлость тоже. Ты тоже точно такой же подлый, как и они. И как только ты примешь себя таким, ты позволишь себе быть таким, и тогда перестанет тебя колбасить тот человек на этом же качестве. Вот и все. Поэтому манипулировать людьми, в общем, есть момент нехороший. Раз. Во-вторых, есть вся наша жизнь вовлечение. Я вовлекаю тебя, ты вовлекаешь меня. Или я вовлекаю тебя в свою жизнь, или ты вовлекаешь меня в свою. И все. Но в этом вовлечении и манипуляции очень тонкая грань, потому что вовлечение – это когда ты от этого кайфуешь, когда тебе хорошо, и ты людей туда вовлекаешь. Манипуляция – это тогда, когда фига в кармане. Поэтому вот эту тонкую грань, в общем, отследите. Сам очень долго искал грань, потому что я 13 лет работал в продажах, и мне очень сложно не манипулировать было людьми. И когда я понял, чем отличается, в общем, это только внутри ты поймешь, чем ты отличаешься, чем отличается манипуляция и вовлечение. А, вот еще вот записано. Материнская любовь, страх остаться одной. Знаете, бывает так, что начинает болеть или мать, или сын. И мать настолько любит сына или там дочку,
что готова смириться, что сын болеет или там дочь болеет, и она будет его рядом держать, и ее будет это устраивать. Конечно, это и выбор дитя, но бывает так, что, в общем, это сама мать даже накликала на своего ребенка болезнь, чтобы быть нужной. Поэтому эти тоже моменты такие, которые они немного острые, да? И, то есть, если человек, у которого такой вопрос и вот вызывает непринятие, то, скорее всего, этот элемент этого есть в семье. Поэтому бывает так, что мать держит сына или дочь рядом с собой, и может она даже когда и она не выходит замуж, и она может заболеть, или он не женится, в общем, или куда-то уезжает, лишь бы он был рядом с матерью. И мать будет манипулировать своим здоровьем, в общем, доходит до абсурдов, и когда вот такие семьи видишь, вот честно плакать охота. Почему? Потому что и когда им объясняешь, и когда они тебя слышат, они сами плачут, потому что это они получают результаты своей жизни, как бы, это и, ну, результаты своих действий. Поэтому хорошо, что есть этот перископ и сейчас YouTube, и слава богу, я уже более-менее научился говорить сюда. И, возможно, это кому-то поможет, потому что очень важно вовремя услышать и остановиться. Я очень надеюсь, что таким человеком я для кого-нибудь стану, потому что, как этот, благодарю, спасибо. У меня косноязычие немного, я чувствую, что не надо заикаюсь там. Вот. И нет структуры у меня еще. Нет. Так, я тут записал себе все вокруг в любви, во всем любовь. В общем, не помню, я к чему это записал, но, в общем, видать, этот тезис был каким-то вот тоже. Теперь дочка мне недавно на WhatsApp написала. Ей 9 лет, она пишет: «Папа, я тебе поставила лайк в YouTube». То есть я делал трансляцию, загрузил туда, и она поставила лайк. И спасибо вот этим технологиям, что они позволяют общаться даже с собственным ребенком, когда он скучает, чтобы он посмотрел в Ютубе, что там папа говорит. Классно прям. Как научиться контролировать свои эмоции? Знаете, сам вот смотрите, как научиться контролировать свои эмоции, сам вопрос, он немножко такой, он не то чтобы ошибочно, он неправильно сформулирован, наверное, или, ну, как-то не так, потому что контролировать эмоции невозможно вообще. Кто-то пришел, сейчас, секунду, там друг должен прийти. Поэтому... Вот. Поэтому контролировать эмоции невозможно, их важно проживать, допроживать и выпускать сразу. Вдох-выдох, и все. И ты вот, допустим, злость, агрессия какая-то, ты ее принял, вдох-выдох глубокий, и три вдоха, три выдоха, и все, и твоя агрессия или злость идет. Или дышишь до тех пор, пока ты эту эмоцию допроживешь. В общем, как-то так. Всем пока-пока. Еще, наверное, позже, если время будет, выйду. Завтра тренинг. Да, любовь и принятие. Контролировать нереально. Но не сможете вы контролировать эмоции, поэтому их важно проживать. И важно, чтобы этой агрессии и обиды вот внутри не возникало. А вот это сдерживание эмоций, оно вызовет все равно какую-нибудь болячку. Спасибо. Обязательно выйду. В общем, ладно тогда. Пока-пока. Ко мне гости пришли. До свидания.